Всем привет! Это свои петунии, которые у меня начали цвести во второй половине июля. Вот смотрите, такие малышки. Я их сажала на рассаду семенами. Это голландские семена. Напишу в описании, какие сорта, потому что сейчас не помню. А вот смотрите, они должны быть фиолетовые на экране, да? На камере вообще не показывает. Получается какой-то синий бархат. Такие красивые цветки, бархатные. Посмотрите, какая красота. Цветок прям благородный, такой аристократичный. Там тычинки, видать. Вот, ну, камера не передает вот эту окраску фиолетовую. Такой вот. Но синее тоже красиво, да. Бархат проглядывает. Вот. Поэтому захотела заснять вам такую красотку маленькую. Знаете, еще сейчас покажу бабушке на петунье. Так, вот еще бабушка сажала. Это многолетние петуньи. Смотрите, ну что-то камера не хочет. Фокусируй, пожалуйста, покажи цветочек. Ой, как ветерок дует. Вот, красиво смотрится. Она беленькая такая, да, и штрихи вот идут золотые. Вот она высокая. И вот еще розовая, тоже бабушкина петунья. Красивые такие граммофончики. Это вот розовая, нежная, да. Такие штрихи выходят темненькие. Тычинка, видать. Вот, тычиночка такая желтенькая. Тоже нежная, высокая. И вот тоже маленькая бабушкина. Это фуксия. Вроде как. А вот еще я сажала такую петунью, тоже малышка. Она уже не синяя, не фиолетовая, вот такая штриховая. Белая. На фоне белого такой вот сине-фиолетовые штрихи. Звезда клумбы моей. Вот еще тут покажу. Цветок красивый. Вау, какая красота. Так интересно, лепестки шевелятся на ветру. Обалдеть. Ну, красота. Красота. Так, и еще вам покажу. Вот еще такая вот петунья. Это второй сорт. Должны были быть розовые цветки. Получились такое на белом фоне. Розовые звезды. Желтые тычинки. И уже она начинает, видите, солнце светит, она немножечко как-то угасает. Ну, красивые граммофончики. Вот. Тоже такая компактная. Давайте вернемся обратно. Вот, клумбочка. Показала вам маленькие свои петуньи. Кому понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Всем всего доброго. Пока.